А может, поближе подползешь? Да ну, и так допрыгну. Ну, как знаешь. Опа, ой-ой-ой. Что же нам выпадет? Ага, это же костюм Бэтмена. Игруля, я Бэтмен. Всем привет, друзья! С вами снова я, самый лучший, классный, клёвый, сильный, ловкий и великолепный улитка Боб! Ребзя, ставьте лайк, если считаете, что я хорош! Привет, скромняга Боб! Привет, ребята! О, Игруля! Здорово! Погнали уже играть! Ну-с, начнём! Агась, айда 24-й уровень проходить. Там сундучок с золотом. Ух, не терпится его взять. Что, прям сразу запускать? Ну да, а чё тянуть-то? Гоу-гоу-гоу! А я думал, что мы сначала костюмчик новый выкрутим. О-оу, чё-то я и забыл про него. Погнали за костюмом. Нет, раз уж начали уровень, давай проходить. Эх, ну ладно, ща все равно пройдем его кабанчиком. Я, кстати, сундучок с золотишком уже вижу, погнал за ним. Тут всего-то 3 прыжка, и я у цели. Хорошее начало, давай смотреть куда дальше. Да чё тут смотреть, стопудово нужно вниз, за пушкой. Без нее нам шипастого не пройти. Но для начала хватай звездочку прям подо мной. О, точно! Молодец, что заметил. Ну все, теперь вниз. Как-то ты слишком смело проходишь. А если бы снарядом зацепило? Если бы докобы, не зацепило же. Не кипишу, Игруля, все чики-пуки. Ну все, пуха у меня. Ух, ща постреляем. Итак, огонь. И еще разок. А теперь по шипуге. Супер, путь к выходу свободен. Агась, считай, прошли. Остались звездочки только. Я одну вижу. Надо мной. Ты хотел сказать не над, а под? Не, именно над. Хотя и подо мной тоже. Так, над или под? Игруля, да хорош меня троллить! И над, и под! Хватай, да погнали скорее на финиш! Не терпится новый костюмчик выкрутить! Бе-бе-бе! Ладно, берем 2 звездочки, друзья, и можно на выход! Вот, Игруля, ты же это специально время тянул, да? Ну, не-а! Да-да, рассказывай! Первый уровень прошли на 3 звезды. Удваиваем и получаем 500 монет. Ох, ничего себе, Игруля! Я только сейчас заметил, что у нас 10 тысяч монет! Ну да, а еще 200 жизней. Это я между сериями 2 часа сидел рулетку крутил, чтобы нам хватило монет на новые костюмы. Отлично! Пора сменить костюм из Майнкрафта! О, кстати, а что там друзья написали под прошлым видео про Майнкрафт? Играли они в него или нет? Мнения разделились, но чуть больше друзей написали, что играли. Понял. Ладно, погнали за костюмом новым. Ну чё, запускай рулеточку. И это... костюм Капитана Америки. Воу-воу-воу! Вот это клёвый костюмчик! Обожаю фильмы про супергероев! Кстати, Ребзя, а вы любите фильмы про супергероев? Пишите в комментариях слово «да», если любите. Или пишите слово «нет», если не любите. В следующей серии позырим, кого из вас больше. Я смотрю, костюмом ты доволен. Идем уже продолжать приключения. Запускай этот же уровень на время. Хорошо. Так как я Кэп, мне ничего не страшно. Пройду этот уровень без остановки. Напролом. Ой!
Хоть ты и Кэп, но снаряды пушки сильнее. Так что это, давай поаккуратней. Вот же ж, эта просто прыгалка закрыла мне щит. Уж щит-то меня защитил бы от всего. Да-да, конечно. Ладно, в любом случае, нам осталось только прочистить путь до финиша. Ну, это я запросто. Вот и все, делов-то. Супер, прошли. Удваиваем награду и продолжаем. Вперед, игруля! Идем покорять 25-й уровень! Погоди, а может давай вернемся за пропущенной в прошлой серии звездочкой? Ну можно! Но мы же две пропустили! Тогда давай сейчас за первой вернемся, а в конце серии за второй. Отличный план! Так и сделаем! Опачки! Давай, игруля, я прохожу, а ты готов подсказки друзей? Ага. И это, пока есть время, скажи-ка мне, какой из редких костюмов больше всего понравился зрителям? За какой больше всего голосов было? Из редких большинство друзей выбрали костюм джентльмена. О, крутяк! Мне из редких тоже джентльмен больше всего понравился. А тем временем уровень мы, считай, прошли. Осталось звездочку найти. Держи подсказки из комментариев. Так-так-так. Ребятули написали, что последняя звездочка внизу подо мной. В облаке. Давай проверим. О, точно, она замаскировалась под облако. Крутяк, все звездочки у нас. Спасибули за подсказули, ребятули. Вот теперь можно и на новый уровень пойти, на 25-й. Не можно, а нужно! Ихо! Запускай! Этот кактус прыгает передо мной и мешается. Не дает мне как следует уровень рассмотреть. Дай-ка я его сразу перепрыгну. Хоба-ох! Эй, да как так-то, Боб? Как здесь можно было проиграть? Тебе показать еще раз? Не, не надо. Лучше перепрыгни его. Аккуратно, не торопясь. Ща все будет, не боись. Во, другое дело. Ну и че тянуть-то? Убирай крота, да я дальше погнал прыгать. Да без проблем. Отлично, полпути позади. Внизу, по сути, то же самое. Просто нужно прыгнуть пару раз в нужный момент. Жми на языкастого. Ой, погоди, я тут это, звездочку увидел. Прям надо мной. Да, точно, вижу ее. Вот теперь убирай язык, да я прыгну. А может, поближе подползешь? Да ну, и так допрыгну. Ну, как знаешь. Опа! Ой-ой-ой! Вот, Боб, говорил же я тебе, подползи поближе. Да вот это ты и накаркал! Я бы допрыгнул, если бы не ты! Ну, конечно, как всегда я виноват. Ну, а кто ж еще? Ладно, игруля, не бузи, ща ближе подползу, так уж и быть. Хватай звезду, да погнали! О, так бы сразу. Осталось совсем чутка. Боб, ты серьезно? Три раза мы на этом уровне проиграли уже. Это случайность. Это твоя спешка и невнимательность. Да ну, просто не повезло. С кем не бывает. Я надеюсь, что больше мы тут не проиграем. Ага, надейся. Боб! Да не проиграем, не боись! В этот раз я мистер Аккуратность! Ну все, прошли! Ох, как ты опасно стоишь! Если шипастый не достал, то уже не достанет!
Ладно, осталось звездочки найти. Одна мы уже знаем где, осталось еще две. Чё-то пока я проходил, их не заметил. Ага, я тоже. Может, у друзей попросим помощи? Сразу на обе, что ли? Ну да, а куда деваться, раз сами найти не можем? Ну ладно. Друзья, если вы видите оставшиеся две звезды на этом уровне, напишите в комментариях, где они. Только пишите в одном комментарии, где обе звезды. В следующей серии мы вернемся на этот уровень, покажем несколько случайных подсказок из комментариев и возьмем звездочки. Ну все, я на финиш! И, как всегда, удваиваем. Ну и давай сразу же этот уровень на время пройдем. Погоди, по-моему, пора костюмчик сменить. Половина серии же. Да, и правда. Ну, пошли тогда. Запускаем костюмную рулетку, друзья. Что же нам выпадет? Ага, это же костюм Бэтмена. Игруля, я Бэтмен. Бэтмен. Крутячий костюм. Мне кажется, он мне идет. Да, тебе все костюмы идут. Ну, это да. Ладно, погнали уже скорее уровни новые проходить. Не терпится в новом костюмчике поползать. Запускаем 25 уровень на время, друзья. Ну, в таком крутецком костюме я по-любому не проиграю. Было бы неплохо. Так и будет. Ты главное вовремя все препятствия убирай. Это само собой. Осталось совсем чуть-чуть. Все, прошли. Не, игруля. Ну, тут очевидно же, что я не виноват. А кто виноват? Я что ли? Да ну не, а хотя да, это ты виноват. Чего это? А вот того это. Аргумент. Ладно, просто в этот раз подползи поближе к кактусу перед прыжком. Окейюшки. Вот это другое дело. Прошли. Конечно же прошли. Я же Бэтмен. Бэтмен. Ну чё, игруля, погнали на бонусные уровни? Не, дружище, давай лучше на 26-й. Чё это? Договаривались же сразу бонусные проходить. Я помню, но смотри, у нас осталось не так много уровней, и если мы сейчас пройдем два бонусных, у нас останется всего 5 уровней. Для одной серии это много, а для двух маловато. Поэтому давай сегодня пройдем 26-й, и у нас как раз на 2 серии останется. Ну не знаю. А давай рулеточку крутанем. Если я выиграю, то сделаем по-моему. Окей, а если выиграю я, то мы сейчас же пойдем еще один костюмчик выкрутим. Договорились. Что выбираешь? Монетки? Чую подвох, так что это... Выбираю, что выпадут жизни. Хорошо, запускаем. И это... Монетки! Я победил! Вот ты, игруля! Вот чуял я, что надо было монеточки выбирать! Это ты меня сбил! Ничего не знаю. Идем на 26 уровень. Вот же ж! Ну ладно. Проспорил так проспорил. Сделаем по-твоему. Зырь, сколько у нас тут платформ цветочных. Предлагаю с них и начать. Давай подвигаем их. Первая прям перед тобой стала. Вторая опустилась вниз, туда, где первая стояла. А третья стала на место, где была вторая. Ой, игруля, так это ж я могу сейчас с первой на вторую забраться. А со второй на третью... Стопудово так и нужно проходить. Я погнал. Только путь освободи. Ты это, не учи ученого. Опа, звездочка. Хватай, игруля, да я погнал. Текс, теперь наверх.
Погоди, я еще одну звездочку вижу, прям под тобой. Точняк! Ну и на третью теперь. Неплохо. О, я отсюда смогу по кнопке пальнуть. Не-а, отсюда не попадешь. Слишком низко стоишь. Поднимайся повыше. О, игруля! Я прям к звездочке подъехал. Ага, берем ее и давай, Боб, жги. Ну, в смысле, жми кнопку. Чё произошло-то? Внизу открылся путь к прыгалке. Опа-на! А с прыгалкой я смогу со второй платформы к финишу прыгнуть. Совершенно молодец! Идем за ней. Жми губастого-то, я погнал! Вот она, моя хорошая! Прыгалка! Осталось совсем чуть-чуть. Главное, во время прыжка губастому не попасться. Ну, ты это... Если нажмешь на него, то не попадусь. Понял намек? Да, понял. Я готов. Жми, игруля. Отлично! На 3 звезды прошли уровень. Удваиваем монеты и давай сразу же его на время пройдем. Погоди, на время? Погнали за новым костюмчиком! Эй, каким костюмчиком? Ты же проиграл спор в рулеточке. Нет, мы же сразу после рулеточки не выкрутили костюм. Нет, так что все честно. Ничего не честно. Эй, а менять последовательность уровней тоже нечестно было. Ну ладно, ладно, запускаем рулетку. Тот-то же! И нам выпал костюм Элвиса! Опачки! Вапа-бу-буба! Вапа-пуп-цуби-цуби! Оруди! Классный костюмчик! И смотри, дружище, это последний из эпических костюмов. А это значит, что мы можем устроить опросик для зрителей на лучший эпический костюм. Игруля, давай мы так и сделаем! Хорошо. Друзья, пишите в комментариях, какой из эпических костюмов вам нравится больше. Пишите цифру 1 за костюм викинга, цифру 2 за пожарного, 3 за шерифа, 4 за Элвиса, или пишите цифру 5 за костюм из Майнкрафта. Также можете проголосовать в опросике в правом верхнем углу. В следующей серии узнаем, какой костюм победит. Ну чё, игруля, вапа-баба-буба, погнали дальше проходить! Вот распелся-то! Уровень на время запускай, игруля, ща мы его быренько пройдем. Погоди, а может сначала на 23-й сгоняем за пропущенной в прошлой серии звездой? Вапа-баба-буба, звезда, это круто, звезды я люблю, погнали заберем! Только это, Боб, может, не будешь постоянно петь? Ну ладно, ладно, не буду постоянно, буду иногда. Итак, предлагаю по нашей проверенной схеме. Ты проходи, а я подсказки друзей подготовлю. Договорились? Цуп-цуп-цуп! Ну и это, давай позырим, какой из легендарных костюмов победил? За какой больше всего проголосовали друзья в прошлом видосике? Из легендарных костюмов победил пират. О, 1000 чертей! Это и правда славный костюмчик. Ну все, уровень, считай, прошли. Давай теперь возьмем те 2 звезды, что мы уже находили. А теперь держи подсказки друзей. Текс! Ребятули написали, что последняя звезда находится внизу, возле колеса. Колеса? Какого еще колеса? А, вижу. И правда на колесо похоже. Отлично! Все звездочки у нас. Го на финиш! Ну и удваиваем. Соточка лишней не бывает.
И нам осталось только 26 уровень пройти на время. Вперед, Боб! Цуп-цуп-цуби! Игруля, сразу платформы переставляй! Хорошо! Во! Отлично! Теперь готовь губастого убирать! Да, я помню, что делать. Не суетись. Давай сразу обратно. Ой! Эх, надо было подождать полсекундочки. Наоборот, нужно было на полсекундочки раньше назад ехать. Сейчас успею. Уверен? Ага, наверное. Сейчас узнаем. Хоба, и назад. Ага, успели. Ва-па-ба-буба. Осталось совсем немного, дружище. Да все, игруля, выдыхай. Считай, прошли. Тут осталось-то только прыгнуть один раз. Опа-на, делов-то. Отлично, успели. Это было напряжно. Да ничего напряжного, у нас даже запас в 2 секунды остался. Все, давай заканчивать на сегодня. Погоди, а зайди-ка в костюмчики. Зачем? Кое-что позырить надо. Ну ладно. Листай в конец. Так-так-так, у нас всего 2 костюма осталось открыть. А монеток хватит максимум на 1,5. То есть я их должен в рулетке накрутить, да? Заметь, не я это предложил. Вот хитрец. Ладно, накручу тыщенку другую. Вот и славно. Тогда давай прощаться на сегодня. Ага, пока-пока, Боб. Пока, друзья. До встречи в следующей серии. Покеда, игруля, ва-па-ба-буба, покеда, ребятули, ва-па-бу-бу, до скорой встречи на канале!